Николаева, Наталья Ивановна. Многие меня знают, со многими мы работаем. И я в данный момент представляю, являюсь автором вот этой вот выставки, этой экспозиции. Тигры, лемуры, пейзажи разных уголков нашей планеты. В первой Одинцовской библиотеке открылась выставка картин «Увлечение, не развлечение». Картины разных лет, и посвящены они совершенно разной теме. Начиная от дома, в котором я когда-то жила, родилась и прожила 33 года, потом я оттуда уехала. Воспоминания о том военном городке, где я жила. И далее всевозможные путешествия во все концы и не только нашего государства России, но и за рубежом. Часть картин посвящена теме вымирающих видов животных и растений из Красной книги. Автор отметила, что плоды художника – это не только удовольствие от процесса, но еще и большой труд. Насладиться произведениями искусства в библиотеке номер 1 можно будет до 12 июня. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».